Олимпийский огонь в Лондоне еще не погас, а эксперты уже говорят о том, как сделать зимние игры в Сочи лучше. В состязании за цены на туристические услуги предолимпийский российский юг пока проигрывает. Это признают даже генеральные партнеры игр 2014. Первые итоги олимпийских состязаний на спортивных площадках и бизнес-схваток за инвестора подвел Антон Дадыкин. Настроение российских спортивных чиновников меняется, как весенняя погода. В середине недели выступление российской сборной на Олимпиаде однозначно оценивалось как провальное. К концу игр оказалось, что выступили спортсмены успешно. Мы, конечно, надеялись на лучшее выступление наших стрелков. Конечно, мы рассчитывали, что в фехтовании у нас будет больше золотых медалей. Ну, знаете, это Олимпиада, ну что тут скажешь, да? И великие проигрывают, и неожиданные победы случаются. В Лондоне российская делегация была озабочена и другой важной задачей – презентацией для мирового спортивного сообщества будущих зимних игр в Сочи. Кроме спортсменов и спортивных чиновников, в Лондон съехались представители бизнеса и деловые партнеры Олимпиады 2014. В столицу Великобритании привезли виртуальные симуляторы сочинских спортивных трасс, комплекс оборудования для интерактивного общения с болельщиками в России, сотню специально отобранных волонтеров и даже участников фестиваля Red Rocks. Когда мы принимали решение 2 года назад о проведении фестиваля Red Rocks,